Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю знакомиться с релизной версией Old World. Глобальной, пошаговой 4X-стратегии про древний мир и античность от создателя четвертой Цивы Сорена Джонсона. Играем за Грецию. У нас уже третья правительница Фила Строитель. Каменщик, не знаю. Ну, не строитель, все-таки билдер, да? Если вы наткнулись случайно на это видео, то начните смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну, а спонсоры канала все серии могут поискать во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. Ну что ж, у нас тут события происходят. После того, как королева Адати отреклась от трона, Ассирии стала править королева Балихити, новая. Как только слухи при дворе стихают, посланник раскрывает главную цель своего визита. Балихити пригласила вас посетить Ассирию с дипломатической поездкой, чтобы посетить земли нового правителя. Как мы воспользуемся этой возможностью? Попробуем стать другом королевы Балихити или использовать эту поездку как шанс шпионить и узнать об их землях. Так, королева становится подозрительной к нам, но мы получим 130 науки. Либо вообще Ассирия, по-моему, где-то фиг знает где, честно говоря. Я бы лучше науку получил, конечно же. И вот сразу открыл колесо открыл. Так, дальше нам предлагают вообще бесплатную колесницу на это 3 хода. Фалангу открыть. Либо навигацию. Ну, навигацию в нашем случае, мне кажется, конечно, у нас тут есть море, но плавать как-то совсем некуда особо. Поэтому я бы, наверное, в фалангу пошел. Да, только я пропустил, что я открыл. Что-то там... Вот это. А, мы можем теперь канцлера... Мы можем теперь канцлера нанять. Как раз цивиков дофига. Канцлер — хорошая штука. Если, конечно, у нас есть сильные канцлеры. Но вообще нету. Блин, у нас все как-то... Ну, вот это, например, есть, да? Как у нас тут по семьям? Надо селевкидов. Да, вот это селевкид. Плюс 3 военных очков и плюс 6 денег. Давайте ее нанимать. Плюс 10 отношения семьи к этому. Ну вот, мы даже в плюс вышли. Кроме того, канцлер может всякие еще делать, ну, во-первых, подарки семьям, чтобы улучшать с ними отношения. Но это деньги, по-моему, требуются. Да, эти 2 приказа и 400 денег. Усмирять город — это снижать недовольство. Но это надо, видите, Кайнаш открыть. Пока. Ну и в целом она дает просто дополнительно деньги, так что... Мне кажется, неплохо. Так, что у нас с битвами? Здесь мы продолжаем заниматься фракийцами. Давайте, наверное, сюда добавим генерала. Так, ну эти уже там правят, этих нельзя, вот этих 4, какая из них лучше? Лечится на нейтральной территории, кстати, и плюс 10 к силе, да, давайте Аспасию Коринфскую как генерала используем здесь. Этим добьем. Плюс у нас наш муж прокачался. Давайте просто дисциплину добавим. Или лечение быстрее. Давайте, ладно. Этот травник быстрее лечиться будет. Этим я подойду. Я вообще смогу апнуться? Да, не хватает железа. Ладно, давайте сейчас подумаем, еще ходить или не ходить. А, у нас тут вон лезет. Фак. Не хочется рабочего убирать, потому что... Ну, придется, видимо... Потому что он прекратит строить улучшения, но и терять рабочего не хочется, согласитесь. Ладно, давайте подойдем, проатакуем. Так слабенько, потому что он типа в деревьях, я так понимаю.
Этим тоже подойдем, проатакуем. А рабочего отведем. А, уже не... В смысле? Друзья, почему я не могу ходить? У меня один приказ еще есть. Может, больше требуется? Давайте я все равно один куплю в любом случае. Хм. А, надо сначала отменить шахту. И только теперь ходить. Ну, давайте я, кстати, вот сюда отойду и тут полечусь вторым приказом. Да. Так, мы сделаем. Ну, тут фракийцы, конечно, элитный пелтаст. 6 атаки у него. Это больно. Это как-то с фракийцами. Я не знаю, почему. Вот почему они сами мир не предлагают, например. Ауч, смотрите, как он больно бьет вообще. Король Ксеркс Лев персидский умер. Новая правительница королева Артистоун. Не знаю, Артистына, давайте ее назовем. Так, наш дед. Ой, наш дядя умер в Вавилоне. Или он просто вавилонский. Не знаю, не понимаю, ну, у нас служит или нет. Греческое язычество. Пока мы никак не можем с этой религией взаимодействовать, нам для этого надо открыть политеизм, чтобы вообще как-то там греческую религию использовать. Так, слушайте, я дипломат. Когда лидер, он отношение всех лидеров плюс 60 ко мне. Ну, собственно, это видно, даже все очень даже неплохо. Может отправить посланника к Риму? Не, ладно, пока не будем. Так. Гиппострат, министр, умер. 54 лет, но он генералом был. Так, и наш наследник Симон игнорирует все уроки философии. Возможно, философия это не его. Что нам сделать? А, станет коммерческим студентом. Ну, слушайте, хочет быть... Коммерческий, кстати, меня тоже, в принципе, устраивает. Пускай. Пускай. Видите, минус 25, потому что он в кустах стоит, но это минус. Блин, ну он убьет мне. Ну, очень неприятно бьется. Почему он именно рабочих стал атаковать? Ну, придется отменить постройку гарнизона, к сожалению. Да, короче... У меня эти войны уже долговато, я так считаю. Тут надо отойти полечиться. Так, 4 приказа. Бараки построены 5 из 6. Блин, надо этим вести, начинать тут барак строить. Ладно, еще подумаю. Еще у нас... 8 ходов все-таки. У нас тут еще рабочие. Здесь я... А что я тут поставил? Шахту поставил. А, я хотел дорогу начинать. Стой, это вообще как бы... Да, тут нету дороги. Значит, начинаю тут дорогу. Это я использую, надо... Тут между Каркирой и Кротоном надо провести дорогу. Так, там рабочий может подождать. В общем, проблема у меня это малое количество приказов на самом деле. В
второго пращика. Я думал его в пел увести, ну, чтобы он давал... Кстати, давайте-ка мы в корит... Блин, мне тут надо вот этих лошадей обрабатывать на самом деле. Давайте вот этого рабочего сюда, на лошадей. И начнем плантацию. Знаете, что, почему? Во-первых, это пол приказа. Во-вторых, когда посажу сюда этого спеца, увеличится вот так размер. Тут будет спец в этом так размер. Тут нам надо сделать так. А потом здесь еще спец, чтобы были границы соединены Користоса и Пелы так, чтобы здесь вот по морю за один ход переплывали юниты. Поняли идею? Так что этого отложим на следующий ход. Нам надо вести его бараки ставить, очевидно, в Користосе. В любом случае. Не знаю, давайте еще один юнит, может. Буду пока не Эксмена, потому что я хочу там апнуть в Эксмена просто мечника. Я потрачу это железо на апгрейд. Слушайте, а может форум? Проще, или вообще Олимпиаду. Не, форум, видите, он в будущем может дать еще приказы, когда... А, подожди, мы Акрополь не сможем поставить. Акрополь мы не сможем поставить. Давайте Олимпиаду проведем еще. Или форум... Не, давайте форум. Мы что-нибудь тут принять можем? Нет. Ладно, заканчиваем ход. Очень мне вот этот юнит фракийцев не нравится, слишком силен. Так, герцог Антиох, ваш брат в греческое язычество перешел, а ваш... Муж и генерал немножко приболел. Ну, видимо, рану получил. Вот тут у нас происходят стычки. Так, добили. Теперь здесь. Убили. Давайте тут дорогу тоже вести. Между Аргосом и Коринфом. Да, кстати, меня уже в комментариях напихали, что я Аида Гадесом называю. Ну, в общем, святилище Гадеса, это на самом деле святилище Аида. Не знаю, для меня как-то Гадес тоже вполне нормальное название. Пока стоим... Вот этим бы я сюда подошел. Так, 4 приказа. Давайте апнем. Стоит. Ну, по всем ресурсам у меня все норм, кроме денег, кроме приказов. Что за события? Так, как раз коммерческие учения, и он, в общем, заканчивает свое обучение и становится либо оратором, либо строителем. Я бы, наверное, строителем, потому что он как лидер может позволять рабочим несколько действий сразу, ну, одну клетку несколько рабочих могут строить, это ускоряет. Губернатор Сеутус Фракиец обеспокоен тем, что наши враги на самом деле не боятся наших армий. Он хочет приказать, чтобы во всех будущих конфликтах пленных не брали. Генералы и другие офицеры будут казнены и выставлены на колья над полем битвы. Посажены на колья, наверное. Такая директива может запугать наших врагов, но какой ценой? Так это из-за того, что он... У нас губернатор и придворный. Ну, собственно, мы не можем другое выбрать, что у нас не хватает военных очков. Поэтому придется выбирать, нету времени для того, чтобы показывать слабость. Но я становлюсь жестокой, королева.
Что, конечно, мне не очень нравится. Ну, правда, дисциплина все. Тут было плюс 16 денег. Берется плюс 16. У Персии минус 20 отношения. Фракийцев минус 20. И минус 20 у наших... Вот у этой семьи... у аргидов будет. Ну, тем не менее. Еще и плюс 80 несчастья в Пеле. Да. Так, вот теперь этого парня переводим сюда, чтобы там начать еще один гарнизон строить. У меня 7 ходов для этого остается. Все, все приказы выполнены. На самом деле очень много приказов трачу на перемещение войск из-за битв с фракийцами. Не знаю, как мне тут решить эту проблему. Я надеялся, что фракийцы хоть какую-то дань попросят. В смысле, ну, минус, кстати, секирщик. Нет? Да не, наверное, да. А что это за королева-консорт? Йо инло кто? А, ваш... Муж умер. Да, это убили... Хотя нет, подождите, он вот тут был генералом. Был там генералом, и его убили. Да, блин, я не знаю, как мне закончить. Я, конечно, могу сам послать. На самом деле, к ним... Вот, фракийцы... Почему я это не могу? Тут, понятно, тут 400... А, и тут тоже, тут 200. А военных очков не хватает на все это. Продолжаем дорогу делать. А, тут... Блин, опасаюсь выходить сюда опять. Давайте здесь гарнизон начну. Причем вот здесь... Не гарнизон, а этот. Бараки. А где бараки-то? Блин, два на город. Опять из-за... Или тут вообще просто два на город. Ну что, я сюда приперся тогда? Мне, значит, где-то барак надо построить. Черт. Блин, как-то все не так, как я хочу. Ну, кстати, можно вот тут фермы сделать, и тут амбар, действительно, как игра советует. Потому что здесь фермы на реке будут плюс к еде давать, а амбар еще и этим рекам будет дополнительно. Так, ваш любимый муж умер. Королевская семья Рима нас посещает во время празднования. Принцесса Антония Римская делает шокирующее заявление, что она намного более крутой правитель, чем королева. Да, только Антонии 14, а королеве 35. Ну... Я бы, наверное, все-таки королеву поддержал. А, подождите, у нас есть очарование. О! Мы можем и то, то есть... Ты будешь тоже править так же хорошо, так как и королева. То есть, короче, мы всех очаровали, зашибись. Это очень хорошо. Так, что мы здесь сделали? Тут мы пращника сделали. Давайте, наверное, офицеров...
Кротоне добываем виноград. Наконец-то первый... будет первый этот рез. Потом будем добывать... А, ну жить, кстати, следующим ходом появится. В Тессалониках рабочего сделали. Не знаю, вот игра мне вот это рекомендует строить. Этого я просто не могу строить. А эти... Ну, у меня нету приказов, бессмысленно. Поэтому я бы, наверное... Сокровищница. Ну, деньги пока тоже есть. Давайте, наверное, с форума тогда начнем. Тут мы дорогу продолжаем. Тут сделать дорогу сразу или идти следующую мед обрабатывать? Ладно, давайте мед. Все-таки эти ресы — это важная штука. Давайте полечим. Бараки где-то нужны. Может, мне здесь вместо дороги сделать бараки? Мне всего лишь один барак нужен. Возможно, Коринф, кстати, в этом плане и неплох будет, потому что на периферии. Фракийцы иудеи. Я, наверное, сейчас попробую набрать 200 очков и как-то усмирить фракийцев. Может, потребовать с них дань какую. А, вот, собственно, наконец-то фракийцы сами говорят, что слишком долго была война. Они предлагают замуж выдать за сына. Ну, кстати, почему нет? Тактик. Герой. Давайте вот эту с мудростью и дисциплиной. Все. Мы заключили перемирие. Поэтому теперь, я думаю, имеет смысл... Ага, еще и наша королева получила уровень. Ух ты, харизма до 12. Фига себе, какая харизма. Ну, мне кажется, храбрость нету. Я бы все-таки добавил мудрости. Храбрость фиг с ней. Так. Фили, я закончил... специалиста. Ну, надо, короче, еще одного явно делать здесь. И мы выполняем нашу амбицию. 4 хода буквально. Так. А этого рабочего я переправлю в Пелу. И хочу сделать там барак. Вот здесь. Тоже еще одну амбицию. 5 ходов. Успеваем. Или нет? 5 ходов. Если засчитается или нет? Блин. Блин, слишком долго откладывал, да? Так, тут дорогу. Тут дорогу. Этот шахту. И этим я бы...
Вообще, нам надо вот тут у нас... Вот тут бы амфитеатр поставить. Пойду туда амфитеатр делать. Давайте вообще посмотрим, как у нас города связаны еще раз. Вот ошибка, конечно, что здесь я позволил Риму... знаете, какая у меня проблема? У меня слишком, получается, далеко города от столицы. Из-за этого мне много города. Ну, много я тратил на перемещение юнитов. То есть надо все-таки вокруг столицы города ставить. Надо было тут ставить, тут... Не откладывать в долгий ящик. Ну, это я сейчас задним умом так понимаю. Вот, то есть, ставили бы тут, 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 город здесь и здесь, и уже у меня было бы ядро поприличнее. Мне не надо было так бы растягивать как-то войска. Сейчас вообще завишу от того, нападет Рим или нет. Так, ну раз мне теперь не надо тратить военные очки на... Давайте я, наверное, куплю приказ. Вот сюда дойду и на этом ход закончу. У меня сейчас мало только приказов. То есть даже я понимаю, что 5 тратится... О, Фила ученая. Новая глава селевкидов у нас появился. Давайте посмотрим, как он к нам атак. Фаланги открыли. Можно открыть лучников, конечно же. Но я бы, наверное, в политеизм пошел. Блин, архив тоже классная штука, плюс к науке. Давайте, наверное, все-таки метафизикс откроем сначала. Я бы архивы во всех городах сделал. Так, кто у нас там глава селевкидов? Минус 37. Ну, можно, видите, канцлера отправлять, улучшать с ними отношения. Давайте с селевкидами сначала. Три хода он будет это делать. Так, предложение торговли. Персы предлагают. Они нам цивики, мы им... Нет, нет. Мне что цивики, что военные эти... У меня у самого достаточно, мне как раз бы денег на самом деле. Так, что в городах? В Аргосе мы рабочего сделали. Ну, давайте... Давайте сокровищницу... Или... Нет, сокровищницу. Рабочий начинает в эту сторону строить дорогу. Блин, я юнитом походил. Это какой-то глюк, как с Цивы. Когда рабочий и юнит в городе, и я хожу... Можно, конечно, с одной стороны полечить рабочего, но долговато будет. Я потеряю, мне кажется, больше, поэтому я бы хотел раньше шахту построить. Так, тут мы закончим дорогу. Так, тут города связаны. Вообще, мне на самом деле из Кротона еще как-то вот тут надо дорогу как-то провести когда-нибудь. Так, тут я собирался Адеон строить. Ну, потому что рядом коттеджи, они дают бонус Адеону. И еще один приказ. Мне кажется, стоило бы вот теперь гарнизон построить. А, сейчас я подумаю еще. В Коринфе шахтера сделали. То он железо кучу добывает. Тут 4 хода. О, 4 хода как раз же золото. Давайте... Давайте сокровищницу. Правда, 5 ходов. Гарнизон позволяет губернаторов использовать.
Наверное, сюда надо. Я сразу смогу. Куплю сейчас приказ и... А, он тут уже... Блин, господи, да что со мной не так-то? Он тут уже есть. Я забыл единственный город, где у меня Губер сидит. Фак. Ладно, тогда давайте коттедж построим, раз я уже сюда пришел. Невыполнение этих амбиций минус будет, конечно, к легитимности. Ну и колосс. Кстати, а колосс? Может, я все-таки могу колосс построить? Давайте глянем. Новая глава Акеменидов. Алкменидов появился. Блин, принц Симон еще и трусом стал. Еще минус. Как вот... Потомки Александра Великого стали такие все трусами. Блин, а что такой минус идет с Алкменидом? Это их недовольство в их городах, скорее всего, влияет. Вот поэтому мне и нужно быстрее добывать ресы, чтобы... Да, в Пеле минус 100 и... В Карцире минус 100. Пятый уровень недовольства. Да, тут у меня плюс 9 вход. Надо как-то снижать это дело. Проблема. Так, тут я собирался сюда спеца делать. 8 ходов. Долго. О, я могу за 290 и 16 недовольства ускорить. Давайте так и сделаем. Следующим ходом построиться. Это благодаря, я так понимаю, губернатору. Или нет? А за счет чего я могу? Или я во всех городах это могу делать? Нет. А, развитая культура. Во всех городах с развитой культурой это все ускоряется. Ну тут два хода, ладно. Тут бы я тоже не ускорял пока. Публичные празднования. Богатые жители Користоса желают провести публичные празднования в честь развитости своего города. Они просят губернатора занять почетное место. Что он должен делать? Показать хорошие манеры и... Короче, получить плюс к дисциплине, отдать несъеденную еду бедным, тогда харизму получить, либо запасти несъеденную еду для будущих, если будут проблемы с едой. Но у него харизма минус один. С какой стороны у нас цивиков-то дофига, они влияют на цивики. Давайте лучше на мудрость. Плюс к науке получим. Так, что делают рабочие? Тут мы дорогу ведем. Тут амбар, пожалуй, сделаю. Как я и планировал. Так, где он тут? Вот. Амбар дает плюс одна... К росту города и плюс 60% соседним фермам. То есть я его строю, а потом тут еще вокруг фермы построю. Так, и тут я дорогу довел. Блин, я могу тут еще один коттедж строить. Я думаю, это надо сделать. Подождите, а эти плантации, они чему-нибудь соседство дают соседним монастырям? Ну, монастыри еще не скоро у нас могут. Я просто думаю, здесь поставить коттедж, а здесь Одион тогда.
Да, я все про гарнизоны забываю. Кстати. Семьдесят пятый ход. Ну, я хоть не на последнем месте. Я бы сказал, даже так не особо сильно отстаю. Мне бы вот с Римом мир, и я бы вообще себя чувствовал комфортно. Арибас Пеллы умер. И дурачок этот умер. Так, обучение наследника. Так, а он вообще... По амбициям... Ну, у меня такое ощущение, что компьютерные соперники в принципе не могут амбиции выполнять. То есть это чисто для игроков сделано, я так понимаю. Блин, я хочу... свою... А, это вот этот. Ну, давайте. Давайте риторию. Нет, или философии. Философии давайте обучать. Караван любви. Караван римских артистов. Остановился в Аргасе отметить многообещающие отношения между нашими нациями. Среди труппы и Антония, наследница Римского престола. И вы замечаете, что она внимательно смотрит на наследника Симона. Ага. Ну, пускай поразвлекаются. Может привести к следующим событиям, кстати. Бля, тут минус 40. Королева становится романтичной. Минус 40 от всех. А у нас тут куча этих жестокосердных. Не, наверное, тогда все-таки нет. Лучше давайте поделимся с королевой Луциллой Римской своими... переживаниями. Может привести к следующим каким-то еще событиям. Так, тут строим, конечно же, шахту. Так, тут мы добываем мед опять. Пора гарнизон строить, короче. Пора строить гарнизон. Я хочу это сделать, наверное, здесь. Закончили. Вот, объединились, слава богу, границы. Теперь мы будем быстро тут летать. Сколько там у нас открывается архивы? Два хода. Ну, это, наверное, юнит построим. Колесницу, кстати, почему нет? А теперь этого прачника в Пеллу переведем. Почему два хода? Я думал, один ход будет. Чего два приказа-то стоит? Ладно, сюда поставлю. Причем он походил один, как бы считается, раз. Но это стоило два приказа. Непонятненько.
Давайте, наверное, снижать уровень недовольства. Фестиваль проведем. Так, в Тессалониках. А что я тут закончил строить? Ну, игра предлагает мне фермера поставить сюда. Ну, в принципе, для роста почему нет? Два приказа. Давайте мы этих так сделаем, чтобы они больше в линию не попадали. У нас нету юнита в Кротоне. То есть, ну, нам надо в каждом юните, в каждом городе, чтобы был военный юнит. Благодаря тирании мы имеем с этого деньги. Поэтому... Так, вот тут у нас есть и так юнит. Тут дорогой соединить. У нас Кротон получается в центре империи, но дорогами соединен хреново. То есть мне реально надо как-то вот так дорогу точно будет провести. Ладно, давайте лечением тогда займемся. А, блин, это рабочий, он строит шахту. Выполнили еще одну. Ух ты, один из губернаторов стал иудеем. Еще минус харизму сын теряет. Что такое? Что он такой какой-то... Так себе. Может, сразу надеяться на внучку тогда? Или там внук? Внучка, вот, Метродора. Ее делать следующим правителем. Хорошие новости. Ученые академии выказывают респект его умению учиться, а другие студенты стремятся с ним подружиться. Отлично. Вдохновить его сфокусироваться на учебе. Или... С ним здоровее будет искать дружбу и партнерство. Он как губернатор будет неплохо выращивать. Ну давайте, кстати, да, на рост городов пускай он в будущем. Власть террора. Придворные бегут от вас во дворце, шепча о вашей уже... шептая... Говоря о вашей ужасной репутации, возможно, мы могли бы использовать это в наших интересах. Армия поддерживает тебя, моя королева. Давайте возьмем заложников каждой из семей и позаботимся о том, чтобы они никогда не восстали против вас. Чтобы мы не восстали против нас, иначе мы убьем тех, кого они любят. Всех, кто противостоит вашему правлению. В общем, либо да будет так, нет, я не могу с этим смириться. Да будет так, мы тут сажаем в тюрьму, и все главы семей теперь меня боятся. А если не будет так... Ну, я не знаю, я считаю, что у меня более-менее нормальные отношения с семьями.
Вряд ли они могут восстать, поэтому я не буду этого делать просто. Так. Добыча леса офигительная. Жителей нету больше пока на... Блин, а что так фестиваль долго проходит? Что у меня цивиков мало. Давайте вот здесь... А, блин, у меня нету жителя. Один ход до жителя буквально. Я бы тогда еще одного рабочего. Или юнит. Давайте секироносца сделаю. Так, здесь я сделал офицера. Давайте еще офицера, потом пастуха. Здесь садовника. И мы добываем... У нас вот появился первый ресурс, кстати, вино. Никто из моих семей вино не хочет, поэтому я чисто в город отправлю, скорее всего, в Пелу. Тут давайте мед добывать. Просто можно так сделать. Отправить вино. И теперь не плюс 9, а плюс 7. Видите, помедленнее будет недовольство. Так, вот теперь можно подумать, чтобы перебросить. Да, кстати... Имело бы смысл юниты военные держать вот в этих... Они не зря подсвечены. Когда держишь в бараках, они получают плюс 10 экспы в ход. Но это только к рукопашным, а не к стреляющим. То есть поэтому я не могу сюда прачника размещать. Для стреляющих другая постройка. Давайте, наверное, вот этого прачника сюда перебрасывать. Этот хай тут стоит. Прачника поставлю в кротоне. Так, три приказа. Давайте, может, что-нибудь... вот можно селевкидом еще денежек подбросить. Они там расстроенные. И один приказ. Просто подойду, посмотрю, что тут. Вот мне интересно, засчитает мне сейчас бараки или нет? Наверное, все-таки нет. Надо было прошлым ходом заканчивать. У меня сейчас просто три амбиции не выполнится. Я все никак не посмотрю, что мне надо для того, чтобы колосс построить. Фила справедливая. А, выполнил. Все-таки выполнил. Отлично. Это очень хорошо. Так. Ну, наверное, вот это откроем. Тут можно будет закон принять. Хотя божественное правление тоже интересно. И там, кстати... Я что-то могу еще делать с этим божественным правом. Это наш уникальный юнит. Бесплатно. Но давайте сначала навигацию откроем. Тут можно будет принимать крепостничество. Это позволит больше выхлопа от пастбищ и ферм. Получить еще и автоматические скауты можно будет поставить. Давайте. Так, я сейчас открыл архивы. Это у нас где вообще было? Метафизика. Собрать синод, но это... Для этого нужна религия вообще-то.
и конвертировать в государственную религию. А у нас вообще, ну, мы же не можем, да, вот греческое язычество сделать государственной религией. Нам для этого... А, вот, собственно, божественное правление и нужно было. Ясно. Так, ну я хочу именно архивы в городах строить. Администратор, старший администратор в Кротоне, старшие администраторы в Кротоне бездействуют из-за поразительного усердия одного клерка. Такое умение не следует тратить зря. Как нам нанять этого амбициозного и умелого молодого писца? Это из-за культурного события. Это уровень культуры повысился в Кротоне. Для ведения моей бухгалтерской книги или... для надзора за делами государства. Министр или торговец? Давайте министра возьмем, и потом мы сможем, наверное, использовать как губернатора. Что-то он какой-то усердный, но при этом минус одна дисциплина. Нормально вообще? Мои соболезнования. Кто-то умер? Послы из Египта прибыли с подарком от короля Неферкара Сильного. Может, кондоленсус это все-таки не соболезнование, видимо. Я думаю, что это... Нет, соболезнование. Ваш посол Гепархия подозревает, что эта уловка доброй воли призвана заслужить вашу благодарность и ослабить напряженность. Ну, слушайте, там Египет, он за Римом. Я не вижу причин... А почему посол становится во мне разочарован, интересно? С другой стороны, с Египтом тоже нормальные отношения. Ладно, давайте не купить за подарки. Чувак, я не вижу, где подарок. В чем подарок? Даже ничего не получаем. Так, шахта построена. Хочу вылечить все-таки теперь уже этого рабочего. Здесь. Давайте вот сюда ставить гарнизон. Так, и тут нужен гарнизон в столице. Было 96, вот, обратите внимание, стало 106 денег. Это от тирании, что когда юнит на территории города... Во всех городах плюс 10 золота, когда военный юнит на территории. Я понимаю, что это один юнит хотя бы должен быть. Ну, тут, наверное, скаутом можно побегать. Нет, там не пройти, ладно. Давайте вернем. О, еще какую-то равнину нашли. Вернем следующим ходом для лечения. Или купить. Слушайте, давайте куплю дополнительный приказ. Сюда встану уже, чтобы не откладывать в долгий ящик. Ну вот сейчас у нас время развития. Я повоевал, расставил города. Теперь нам надо развиваться. И развитие... Видите, тут очки идут не только за количество городов, но и за их развитость. Египетское язычество, греческое язычество. Медь... плохого качества. Посол прибыл из Египта, спрашивая, прося закончить наши дружеские отношения с Египтом.
Ну, я, конечно же, откажусь, потому что, извините, Египет у меня в соседях. Ой, Египет, Вавилон у меня в соседях, а Египет за Римом, который, кстати, а как у нас по силе? Ассирия намного сильнее и ученая. Персия намного сильнее, ученая. Вавилон намного, просто сильнее, эрудит. То есть Вавилон чуть ближе все-таки ко мне. Рим намного сильнее, эрудит. И Египет намного сильнее ученый. Ну, не знаю, выглядит вроде, что я в отстающих. Незначительный. Uncanny, наверное, так. Перевести. Слухи о сверхъестественных способностях герцога Бардилиса достигли двора, вызвав переполох среди ученых. Согласно академическим сплетням, Бардилис проводит свои дни заперты в импровизированной лаборатории, разгадывая тайны человека и природы. Многие хотят вызвать Бордилиса и исследовать его разум в поисках знаний, но мы должны помнить, что он все еще ребенок. Это из-за того, что он студент философии. Так, либо вызвать его на аудиенцию перед в правлении, при дворе, либо представить ему важную работу. Давайте вот это попробуем, но он может стать сумасшедшим, есть вероятность. Сколько ему, 15 лет? Давайте попробуем. О, знаменитым становится. Когда он лидер, плюс 40 всех мнения, а когда губернатор, минус 20% к созданию специалистов. Очень неплохо. Эстетическое движение. Эстетическое движение распространилось в Пелле. Это благодаря тому, что выше, видите, уровень недовольства равен или больше 5. Испытывая отвращение к убыточному образу жизни своего города, последователи бросили свое имущество и теперь проводят проповеди и попрошайничают. Как мы ответите? Арестовать их за нарушение покоя. Селевкиды плюс 40 отношения. Оставить их в покое, это может иметь значение, плюс 4 легитимности, или присоединиться к ним на улицах. Давайте вот это снизит недовольство. Это, кстати, и на селевкидов тоже повлияет. Видите, было минус 33, стало минус 13, потому что снизилось недовольство в городе. Так, в Коринфе. Давайте архив сначала. Так, тут мы гарнизон строим в этом месте. Видите, у меня все меньше и меньше камня становится, между прочим. Лечимся. Так, тут амбар есть. Строим фермы. Хотя прирост камня нормальный, но за счет того, что мы кучу всего строим для камня, я же говорил, что камень будет важным ресом. Так, ну давайте еще один Хемлет. О, видите, не хватает уже. Ну, покупаем. Покупаю. Alt надо зажать, видите, и я куплю за 166 денег. Так, теперь я хочу все-таки посмотреть, сколько у нас стоит постройка колосса. 300 цивиков, это нормально. 800 железа и 400 камня. Тут именно железо больше требуется. А что он дает? От торговых путей. Более широкие торговые пути. Так, знаете что, у меня... Давайте мы лучше посла как-то используем. Давайте предложим мир Риму. Сто пятьдесят цивиков как раз. А, причем мы можем какую-нибудь им... Хотя я больше уже не плачу Риму, когда-то я деньги платил. Давайте... Или трибьют как добрую волю. Ладно, давайте предложим трибьют. То есть какие-то деньги. Ну и скаутом.
сюда сбегаем. Пока. Ну, я думаю, что на этом серию можно завершить. Да, вот так вот долго все проходит. Интересно разбираться, интересно вот показывать все, как объяснять. По-моему, я надеюсь, что вам это понятно более-менее, как и мне. Давайте посмотрим, что вначале произошло. Умер патриарх Аэдис молодой почему-то, хотя ему 61 год. Матриарх Аспазия Каринфа, теперь лидер греческого язычества, к нам хорошо относится. Траур королевы закончился. Это она по мужу, что ли, так долго скорбела? Лидер алкменидов умер. И наша вассальная семья благодарит за дар. И видите, плюс 40 отношений. Давайте-ка тебе глянем. У алкменидов в плюсе, и тут все в плюсе тоже. Зашибись. Вроде с семьями все хорошо. Но продолжим мы уже с ними отношения в следующей серии. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!